Рахат ва Махачкала. Дагустандин радиодин лизги редакцияде вичин кулах башламишсава. Чына көз хөрмәтлі бұр, хабарық ябакалон текілевсава. Хабарық қалас көн Наира Хамедоваде танишарда. Чәсчіз вайвал, нақ, қаны пудлаға июндин нянез, Махачкала, Вадербен шәхері, законсуз яра аламешхан вай банд формировар нейрин векелри, республикада халар қайда дека хукудын патал, чехи терроризмаден акт қилет хуана. Махачкала шәхерден центрада, Ермошкинан күчеда, байвикри, полицияден қолуқ черен десте гөлле ламешна. Хаи қайда да, абру вокзалден территория далне чпин вахшивал давамарна. Эс эфердане абрус Аксена Ақуазай полицияден қолуқ чеяр тәләфхана. Ахпа бандит рехгалаз яғунар Махачкаладен кафедральный соборден мулкунал давамхана. Сашмутся тянен коня, давам хаи джингинен не тижеда. Алачка дал закон сус доказ яра аламешхан вай бандитрин формированиерин векилар тергна. МВДден колухчерин ва агалирин арадани хрер хаи бурни телев хаи бурни ава. Махачкала шехердех галасанал, Дербент шехерда закон сус яра аламешхан вай банд формированиерин векилри чкадин синагог ва келиса гюлля ламешна. Нечижеда вахшири Дербентин келисадин колухче кашиш Николаян Чандис касна. Кашиш Николая яхцур есала гзафтер Дербент шехердек олахез, чкаден воскресный мектебда червелерни гоз, дагустандес кашиш Николай Ставропольеда ахтадия. И вахши велерин нетижеда дагустанда контртеррористические операции ден ри айда тайнарна. Республика ден хил Сергей Меликован руководство декуаз тади галден штабден заседания хилетхуана. Заседание башла междалди Республика ден хил и Мусии баттен вақияр физвайчика далфена хихтен халар арадал атанвата ахтармешна. Заседание ден нетижеда Сергей Меликова дагустан верек алкана рахана. Заседание ден нетижеда Сергей Меликов дагустан верек алкана рахана. Уважаемые дагестанцы! Сегодняшний день для Дагестана стал днем трагедии. И не только для Дагестана, а для всей нашей страны. Беспрецедентные по своему цинизму были совершены сегодня террористические акты в отношении культовых объектов. Столице Дагестана, Махачкале, и древнейшем городе Дербенте. Безусловно, мы понимаем, кто стоит за организацией этих террористических атак. Мы понимаем, какой цели организаторы пытались добиться. Безусловно, сегодня мы все с вами в очередной раз ощутили себя участниками тех событий, которые происходят во всем мире. Раньше, в большей степени, участниками этих событий были те, кто принимает участие в специальной военной операции, кто защищает нашу страну на рубежах линии боевого соприкосновения. Но мы должны понимать, что война приходит и в наш дом. Мы это ощущали и раньше, но сегодня непосредственно столкнулись с этой войной. Первыми на пути террористов, на пути бандитов, на пути нелюдей, которые в день Святой Троицы совершили террористические атаки на культовые объекты иудейской и православной церкви, стали наши полицейские. Как и несколько лет назад, именно они защитили мирных жителей, гостей нашей республики от преступных террористических атак ценой своей жизни. Более 15 сотрудников полиции стали жертвами сегодняшнего теракта, с оружием в руках, защищая мир и покой Дагестана. Еще несколько человек из числа гражданских людей также погибли в ходе боестолкновения, в ходе нападения на совершенно мирные объекты, которые подверглись террористическим атакам. Среди них отец Николай, священнослужитель, более 40 лет служивший в православном храме в Дербенте. Я уже говорил о том, что подобные атаки на посягательство, на наше братство, на наше многонациональное единство,
на нашу конфессиональную неразделимость являются попыткой расколоть наше единство и тем самым добиться раздела, раскола между нами. Но этому не бывать. Сегодня я получил огромное количество слов поддержки от своих коллег по региону, от руководителей федеральных органов исполнительной власти, от простых дагестанцев, которые выражали слова соболезнования, сочувствия в адрес погибших и пострадавших, а также поддержки в адрес сотрудников силового блока, которые сегодня решают задачи по обеспечению безопасности нашей республики. На данный момент, на этот час, активная фаза оперативно-боевых мероприятий в городах Махачкала и Дербент завершена. Будут проводиться последующие оперативно-розыскные и следственные мероприятия до выявления всех участников этих спящих ячеек, которые, безусловно, готовились и которые, безусловно, подготавливались, в том числе и из-за рубежа. Хотел бы попросить всех вас, уважаемые дагестанцы, уважаемые гости республики, сохранять спокойствие. Ситуация контролируется органами государственной власти, правоохранительными органами. Хотелось бы сказать о частоте подачи информации. С первых минут начавшихся или происходящих трагических событий в Дагестане информация иногда подавалась необъективной, я бы сказал, фейковой. Поэтому прошу вас ориентироваться на официальные источники информации, которые подают ее без искажения, в полном объеме, для того, чтобы все вы владели той ситуацией, обстановкой, которая складывается в Дагестане. Хочу поблагодарить всех небезразличных людей, которые уже сегодня выражают готовность включиться в мероприятия по поддержке семей погибших и пострадавших, по работе, восстановлению храмов и другим мероприятиям, связанных с ликвидацией последствий террористических атак. Еще раз выражаю слова искреннего соболезнования и сочувствия всем погибшим и пострадавшим. Принято решение об оказании обязательной материальной помощи всем погибшим и пострадавшим, как сотрудникам полиции, так и гражданским лицам. Прошу вас сохранять спокойствие, поддерживать действия подразделений силового блока, направленные на стабилизацию ситуации в Дагестане. Давайте будем едиными. Пока мы едины, мы непобедимы. Республика ден таин тир орган рен делил ралде террорист вилен актен нетижеда Дагустанда каткас телефхан ва абрукацуват МВД ден коллухчерия. Исляг ахалерин арадане хилер хайбурни хайбурни ава. МВД ден делил ралде Махачкала ден центральный духтурхана дес хилер хайбур ганва абрукапут кас исляг умирден ахалерия. Чна чи радио ден лизги редакция ден патане, теракте не чеже да телефха и гарсадан хзандес, мухак лирис, баш сало гузганзава. Рахмет хура чпес, к республика да контртеррористический серенжем акалтнава. Идан хагиндай, милли антитеррористический комитет тихабаргузва, Махачкала да от боевик терг авурди чирханва. Теракт хлетхунен хагиндай, уголовное дело карагарнава. Республика да террорист рентерев дар аркун патал план перехват кардиктунва. Сергакала район ден хейл Мехамед Амаров кунва. Адан кэгадани хтул республика да клефеи муси батрин ищерак чиертир. Террорист вилин акт клефеичка дал взрывотехник рик Олахсова. Ярак Арджаганва Ставрополье да Кабардино-Балкария да хатасуз вилин Олах Егенарнова. Канни от Канниват, Каннергудлага июнден якар, Дагустанда, Ястин якар язмалумарнава. Ястин якара республика ден территория дал, хукуматен пайдахар агузарнава. Дагустан ден территория дал алай, медениятен учреждениери ва телерадиокомпаниери шадвилин зарафатен маарекатар ва программа ярвири ахуазарда. Дагустан ден хукуматтез, лефии терроризма ден вакеарин нетижеда,
Телефхай вахер, кацхай вириборун хзанрез, герех казвай кюмех гунин тапшурохганва. Республика дин Кейл Сергей Меликован Торцел, республика дат теракт хуних галаз Аллахалуяз, сабиази кацепатан улкерин, хакчи улкедин регионрин калерин пата, баш сахлодин келимаяр авай посланияр презва.